Я собираюсь жить долго, детки мои любят белорусскую мову, над хатой бело-червоно-белый стяг, купальни, каляды ладим. Вот этим створальными речами надо бы просто пожить поболее и порадовать людей некими творами. Ничего в Беларуси не изменилось. Снова мы видим эту кровь. Важный момент. В перформансе 1999 года не было этого червоного. И в этом вот реплике этого перформанса вы видите. Это стал кровавый режим. На 26-м году человек так керовал Украиной, что пришлось забивать людей, как их загнать у счастья. Так что же это за счастье? Первые в 89-м году плакаты декларативного мастерства, они были мирные. Потом проекты, потом буслы с балёниками, потом шпаковни. Это ж чудовные створальные речи. Не надо приспешивать выбор у всех людей. Элита уже усведомляет, что нормальный, исторично дукованный человек обязаны признать это свято. Может быть, и навод не мои дети, может быть, в Боборской школе в учни убачить, как я малюю, нечто захочет так само малевать, вспомнить, чему дядя менавіта 25-го соковика робил выставу. Один раз в год я роблю выставу для своего народа в своем местечку. Мне хочется криху сказать про эту працу, которая написана совсем недавно, 24 липня. Она имеет назву «Замежные дули». Сябры, мы все думаем, что в замежье сладейшая дули и сладейшее житё. Нет, тут, в Беларуси, тут, на своей родиме, мы будем робить новое наше житё. И принамсі, я это заповедую своим деткам. Все, живе Беларусь!